там мусор вывожу. Я вчера его покупала. Там стекло, пластик, бумага. Вот. И сейчас пойду кое-что куплю. В общем, как я что-то сегодня... Пирамида не развалилась. А вот кое-что захотелось и мне, и мужу. В общем, пойду в один магазин, в котором все это продается. В общем, шастать по магазинам пойду. Вы знаете, клиентка, Оксану зовут, моя тезка, по-моему, написала, что про мужчину, который сильно душится, типа в лифт заходишь, и там его духи. Вот у меня муж так душится, я сейчас зашла, и пахнет вот, который я ему купила, вот здесь прям газовая атака. Он, знаете, как душится, быстро-быстро, чтобы я не заметила и не поругала его. Я не знаю, у него что за мания такая. Ну, типа, надо так надушиться, чтобы, блин, сейчас все у меня падает. Чтобы все знали по круге, в ближайших городах, что он надушился. А еще у нас вчера дождь был, не знаю, видите вы или не видите. Вот такой вот грязевой дождь. А снег идет, снег идет. В общем, я пришла в магазин Дани. Здесь мясо, такой выбор нормальный. Он находится далеко от меня, скажем так. А моя приехала, ой, на машине. Иди сюда, здесь очереди. Надо номерок взять и выбрать мясо, какое хочу. 35, 26. Ну вот, в принципе, мясо. Подождите, сейчас я тележку тут оставлю, чтобы не носиться с ней. Так, я возьму вон там ножки. В общем, я хочу холодец сварить и ножки свиные. Так что буду все на холодец брать. Так. И курицу. Ножку куриную возьму. Они у нас по 2,15 килограмм. Грудка куриная 6,19. Курица целая 2,29 килограмм. Свинину. Ну, вот вы видите там. В общем, вот так буду выбирать. А здесь уже все должно быть нарезано, но ничего нет. Заехать я заехала в Алди припарковаться. А тут, гляжу, эти шлагбаумы стоят. Бесплатно 120. 122 часа. Придется в Алди идти что-нибудь купить, а я не планировала вообще-то. Просто Дания находится вот за этими домами, а там парковки вообще нигде нету. Поэтому я говорю, в Алди остановлюсь. А сейчас гляжу. Ну ладно, вон, зайду что-нибудь куплю. Ну да, то так сейчас будут парковаться, кому надо, кому не надо. У нас здесь просто построили новый район буквально за 3 года. Ой. Набрала мясо. Фу. Тяжел мой груз. Везу арбуз. Правда, везу арбуз. Пол арбуза взяла. Там в Дании еще фрукты тоже недорогие. Ну и что-то мне ничего не понравилось. Чушка моя стоит. В принципе, особо ничего не купила. Вот в Алди я купила семечки. Большие, написано, гигантские. А гаспачо. Ну, это всегда должно быть в холодильнике сейчас. Сникерс 100 лет не ела. Представляете? Не знаю, наверное, даже все 200. С чаем сегодня попью. И 3 огурца взяла. Огурцы тоже должны быть в холодильнике всегда. Арчата вот это вот, дычев, вот эти корешки. Муж любит на ужин у него. А в Дании купила вот такой арбуз. Ой, по 39 килограмм. Представляете, какой дешевый.
пить хотела так, яблочный сок, он без сахара, без всего. В общем, только яблочный сок. И вот много-много мяса всякого разного. Сейчас буду, уже приготовила мультиварку. Вот, что я тут взяла. Свиные ножки. Они у нас по 3,89 кило 440. Ну, в общем, я взяла 3 ножки. Но они мне их поделили. То есть порезали. Они там спрашивают, когда мясо берешь, они спрашивают, что с ним делать. Что с ним делать? Вот, видите? Ну, 4 части вот так поделили. Сейчас я их помою. Не знаю, что-то, блин, если я их сюда положу, там целая кастрюля одних ног будет. Угу. А как быть? Просто хотела ноги сварить, и там же холодец. Ну, что-то там слишком много будет ног. Что-то вообще их много ног. Зачем я столько много взяла? Тут всего 3 ноги. А получилось, смотрите, сколько, 1,5 килограмма. Нам жрать и жрать и жрать. Так. Погорячилось. Ну, ладно. Это вот по 2,15. Что у меня на руке? Эти, вот эти ляжки куриные. Я вообще их не люблю. Это вот на холодец. Я хотела одну, вот, но он как-то 2 мне положил. Ну, ладно. Вышло на рубль 88. Здесь 875 грамм. Говядину взяла. 450, 15 грамм по 4,99. Вот такой кусочек. И свинину. Свинину взяла. Вот такой кусочек тоже. Он на 620 грамм. Ну вот, короче, все мясо у меня вышло на 11,78. Так что вот так. Не знаю, что буду делать. Сначала ножки, может быть, свиные. Наверное, ножки, а потом когда-нибудь... Или холодец. Блин, даже не знаю. Буду думать, в общем. В общем, микроволновки. Холодец собрала, как говорится. Я люблю холодец, чтобы было и говядина, и свинина, и курица. И вот у меня еще полно мяса осталось просто так. Одна ляжка, я ее тоже разделала, убрала весь жир. Тут вот жир, гуска мне какую-то дали. Это вот от свинины, прям мякоть осталась. Уже нормально, как раз на раз. И говядина даже осталась. А это вот ножки. Как-нибудь я их сделаю. Главное, чтобы были. Ну, а этот пускай варится, и варится, и варится. Холодец варится. Вы знаете, главное в холодце это потом не добавлять воды. Нужно один раз добавлять воды. Потому что если вы добавите потом, то он может не застыть. Вот. Наконец-то буду сейчас салат заправлять майонезом и посолю. Кто-то мне прислал WhatsApp. И до время пришло до салатика. У меня будет такой обед. Вот такой салатик. Кстати, знаете, думаю поесть прямо отсюда. Хотя диетологи или там ученые или еще кто-то не советуют есть из кастрюль, сковородок, вот этих вот общих больших чашек. Не потому что там это не эстетично, потому что дома хоть ногами ешьте, какая разница, кого волнует, как вы дома едите, правильно? Но если вы едите сковородки, то там просто нет меры. Вы едите, едите, едите. И не поймете, много вы съели или мало. А это наложил себе порцию, и все. Вот так. Я сейчас пойду белье сниму. Хотя, может быть, его надо будет стирать. У нас же вчера 3 капли грязного дождя упало. Не знаю. Пойдемте посмотрим. Ну, не, нормально все. 3 капли, они... не упали на белье, буду снимать. В общем, я хотела сегодня на пляж поехать, но что-то у нас, знаете, вот такая погода, как-то не пляжная.
Вот, сейчас поеду машину свою мыть, чушку. С мужем там договорилась. Кстати, он вчера заснял мне видео. Сейчас я вам его вставлю. Там они пели, ну и знакомые. Друг там его пел, не пел. Чего он там меня зовет? Вот. В общем, знакомый, который играет, ну играет, даже это не назовешь игрой, чеканит, скажем так, на коробке. Вот он сидит на ней, вот так тук-тук-тук-тук, это вот фламенко такой вот вид игры. Ну, типа, знаете, как у нас на ложках, вот такой вот старинный вид инструмента, скажем так. И я вам сейчас ставлю это видео. Кстати, мы хотели, вот, муж сказал, 2 часа они начнут петь. В 5 часов начали, представляете? Так, холодец мой сварился. Вот, я уже полножки попробовала. Очень вкусный. Теперь надо, чтобы он остыл, чтобы, как говорится, разобрать. Такой вижу уже, ой, насыщенный. Вы запотели. Вот, насыщенный и пахнет просто обалденно. У меня где-то тут есть специи, плавают в мешочке. Надо найти его и выбросить. Но не знаю, где он. Сейчас найду. Вот такой вот фильтр от чая. Я туда положила перец горошком, лавровый лист. Но, знаете, чтобы потом не плавали эти специи по всему холодцу. Потому что этот горошек черный я не люблю, когда он мне попадается. Вот, остывать оставляю. Разбираю мясо. Ну, это уже к вечеру. И по формам заливаю. Ну, в общем, все как у всех. А как вы делаете холодец? У меня здесь курица, говядина и свинина. Налила воды. Кстати, было 10, вот, отметка 10, осталось 6. Не литров, да не знаю. Или, может быть, даже и литров. Вот, так что варилось 4 часа. На плюм-плюм-плюм-плюм-плюм. 2 вот такие баклажечки у меня получились с холодцом из подмороженного. Вот, отправляется в холодильник. Будем завтра кушать холодечек. Вкусный, зараза. Вот все косточки от него. Немного их. Ну, так как-то. У нас тут стреляют, поэтому Чарли мой, смотрите, улегся вот так вот ко мне. Да, стреляют. Пух. Он боится. Ну, все, уже перестали стрелять, поэтому так немножко все очухался. Маленький. Боится, когда стреляют. Да. Боится, когда стреляют. Эти стрелялки, как праздник, что ли, какой, не знаю. Какой праздник, сейчас никаких праздников-то и нету. Аурики, едем мыть мою машину. Хотя там погода такая, что... Не знаю, надо ли это делать или не надо. Но нам нужно внутренности помыть машины. Мотор, все дела. В общем, надо. Идем. Моя тачулечка. Интро матчатра. В общем, я сейчас вам скажу, что у нас тут было, что произошло. Воду прорвало. Тут, в общем, идем пешкарусом. Мы обычно по той стороне всегда ходим. А сейчас по этой. Сейчас объясню, почему. В общем, мне завтра надо... Ну, мне... Я не буду, конечно, проходить. Техосмотр надо в машине пройти.
Вот, вернее, мне 28-го надо. Но сегодня муж позвонил, сказали, либо сегодня, либо завтра, либо 7 сентября. А мне 28 октября без техосмотра нельзя ездить. Штрафы большие. Вот. И вот мы проходили, как говорится, предтехосмотр, да, чтобы посмотрели, что почем и как. Вроде бы сказали, что все нормально, все хорошо. Вот. А деньги нет. Завтра. В голове 150 мыслей, и все куда-то крутятся, крутятся. И, в общем, я там в машине, пускай муж едет, а я пойду пешком, пройдусь, прогуляюсь, все равно с Чарли. Было так пасмурно, хорошо прохладно, выглянуло солнце, и все, и трындец капец, жара. Очки мешают, глаза потеют, вот. Но без очков нельзя. Чарли там дела делает. Таким видом он всегда это делает, как будто, я не знаю, прощение просит. Здесь такая дорога, так что можно и не убирать. В общем, вот такие вот у нас дела. Сейчас прогуляемся немножечко, до парка до него дойду, там прогуляюсь. И я специально надела свои сандали спортивные. Холодец там у меня остывает. Сейчас приду в холодильник его поставлю. Завтра будет нам вкусняшка с хреном. Ох! Кстати, мы так как, ну, все так случилось быстро. То есть мы не планировали прям завтра техосмотр проходить. И как бы машину, ну, обычно-то подготавливать надо, да. Ну, мы там одну жидкость в бензобак залили, конечно, чтобы это, дыма меньше было. Потому что в Испании очень, я уже говорила. Кстати, у меня есть видео с техосмотра, кому интересно. Я оставлю ссылочку внизу, как я сама проходила первый раз в жизни в прошлом году техосмотр. Ну, ничего сложного там не было, вот. И мы всегда ходили к одному и тому же механику. Помимо нас, у нас две машины, родственников к нему посылали, и все. И сейчас ему муж позвонил, говорит, типа, ну, посмотри на мою машину. А он, знаете, у меня некогда, у меня нет времени, ля-ля-ля-тополя. Ну и, короче, мой ворта нет времени. Ну и все. Как здесь говорят, крус и рая. То есть поставил на нем крест. Больше я, говорит, к нему не пойду и никого к нему посылать не буду. Все, он обиделся. Ну правда, мы сколько он зарабатывает на нас, на двух машин, на родственников всех туда посылают. И он вот так вот, да, просто посмотреть, там не что-то там. Там же сейчас как включает этот компьютер, и он тебе все показывает. И вот он типа времени не нашел. Ну, не нашел, и хрен с тобой. Потерял клиентов, скажем так. Вот так мы гуляем. Я сижу. И он сидит. Посмотрю, другие сидят вот так на лавочке спокойно, собаки гуляют, там ходят где-то. Мой не такой. Вот я, он видит, сижу я, и он будет сидеть. Я пойду. Он будет гулять, играть, бегать. А иной раз, если увидит меня, что сижу, вообще придет на руки, попросится, сядет на коленях, будет сидеть. Трындец вообще. Поэтому с ним надо вот так везде ходить. Ага, он вообще еще не належался. Вы посмотрите, где он. Маму! Ему понравилось, скажет, ой, блин, так классно сидеть. Куда это она поперлась? Бежит, бежит. Ой, парки свой, в его любимом. Он тут хоть на травке помурыжится. Шла Саша по шоссе и купила чайник. Обычный вот такой чайник, хотя необычный, красивый. Я, в общем, шла мимо это. Мимо у нас там магазин один есть. Сейчас, подождите. Надо сделать. С электроприборами. Думаю, дай-ка зайду. Посмотрю. Есть чайники, нету. Зашла такая, вся потная лежу, стою. Сразу-то и не увидела. А потом еще покрутилась, повертелась. Лежу, стоят. 1,40 евро. Какой-то некрасивый, скажем так.
а другой вот этот 16, друзья. Думаю, о, прозрачненький такой, знаете, рука туда залазит, легко мыть. Думаю, а что не взять-то? Ведь я в ковшике не люблю это вот. Это вот я поставила и пошла утром, да, завтрак там нагревается. А это надо стоять около, хоть и на индукционной трубе. Плите быстро это нагревается, но все равно надо стоять около нее и ждать, да. А то же я ведь могу забыть. А это взял за 16 евро, господи. Сломается, выбросим, новый купим. За ваше здоровье. Я его уже помыла. Вот, опробуем. Вот такие вот у нас дела. И в душ пойду. Фу, с меня все течет. Течет ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. Бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничей. Но вот прошли года, но мы не старые. Я сначала думала, показалось, что гремит, представляете? А нет, не показалось. Смотрите, как там все черно. Может быть, дождь, даже будет 3 капли дождя грязевые. Я машину помыла. Ну ладно. Дождь и гроза в августе для этой зоны — это что-то сверхъестественное. Трындец, капец. В общем, если польет, я вам покажу. Дождик начался. А сейчас будет пахнуть мокрым асфальтом. Класс. Жалко, что машину, правда, помыла. Такой вот нотки я с вами буду прощаться. До завтра. Завтра будет насыщенный день. Работа, проход техосмотра. Завтра уже солнце передают, поэтому можно будет на пляж съездить. Ой, уже запахло. Моими любимыми духами. Класс. Вкуснятина. Всем пока-пока и до завтра.